Тогда поехали, поморгаем. Какой же ты мудак, а? Д, я взял эту хрень? Да, вроде взял. Так, 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 да-да. Нет, ну... Очередной рабочий день в компании Robocorp, где производят роботов для отдыха, комфорта и, что важнее всего, для безопасности. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Наконец-то Сэм приехал на работу, несмотря на самое жуткое утро в своей жизни. И мы продолжаем играть в мануального Самуэля. Он доковылял до входа, все еще вздрагивая после недавних событий. Мануальный, потому что, блин, он реально как с сеанса мануальной терапии пришел. Ну вот посмотрите на него. Так, давайте вспоминать вообще, как и что мы делаем. Моргаем мы на У, дышим на И, выдыхаем на О, да? Все, я вспоминаю вас и геймплей, потому что я уже давно в это не играл. И теперь так, 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 потихонечку, потихонечку, доковыливаем. Доковыливаем до места работы и будем надеяться, что никто не заметит, что мы со страшного бодуна. Ну, наверное, это только так можно объяснить. Для постороннего взгляда, мы-то с вами знаем, что он умер недавно. Но когда мне лазером нос отрезало, они сделали кибернос. И знаешь что? Он стреляет лазерами. Я думал, и знаешь что? У меня теперь понос. Кибернос, понос. Ха! Крутота, чувак! Как мой вставной глаз! Ну, в общем, мы работаем с замечательными просто людьми, я не знаю, это, видимо, светочи науки или что тут делать. А, гордость компании Robocorp, робогорничная. Говорят, у нее более 3000 функций, включая защиту от вредителей, грабителей и посетителей. А еще она умеет варить вкусный кофе. Ну, я бы кое-какие другие функции бы ее бы оценил, если бы она, конечно, не выглядела так жутко, господи. Это не горничная, это какой-то Дарт Вейдер. В миллион первый раз Сэм потерял ключ-карту от своего кабинета. Придется получать новый в приемный. Здрасте. Ой-ой-ой-ой. Счет? Да, Сэм, сядь на шпагат, и они тебя зауважают. А мне надо с ним? Не, мне не надо с ним общаться. Я так понимаю, это сейчас был скрипт, он в любом случае всегда вот в этот вот момент, наверное, перед этим мужиком таким образом себя ведет. Ну, то есть откидывается назад, это как бы так прописано было. Он как-то слишком резко и неожиданно это проделал. I'm in meeting, собрание, собрание. Платите людям всегда, платите роботу один раз. Ну, это хороший такой достаточно лозунг, я ничего не могу сказать. Так, а... Сэмюэль, ты опоздал. Но Сэм делает вещи, делал вещи и пострадал. Блин, мне ж дышать надо, я тут совсем забыл, что мне надо дышать. А, пустите меня. Вовремя, Сэмюэль. Так, поморгаем, поморгаем. О, забываются все вот эти вот основополагающие действия, которые ему нужны. Здорово, чувак. Мне его поставили после 16-й аварии с лазером. Честно говоря, я теперь боли почти не чувствую. Кстати, он довольно гибкий, чувак. Hello, Ингрид. Здрасте, хеллоу. Какой хеллоу, Ингрид? Надо с ней поздороваться, на что-то... Не знаю, он просто проходит мимо них. То есть, по-видимому, мне не сюда. Я зря сюда приперся, наверное. Просто смотреть, как она теребонькает клавиатуру, блин, это не очень весело. Давай, наверное, сваливать. Уже уходишь? Ну, поработали и хватит. Че я буду урабатываться-то? Вы видите, что я не очень здоров сегодня? Да, елки, ты можешь пройти дальше-то? Давайте вернемся. Может быть, я не про... Может, я прошел мимо напрасно. И мне надо... Блин, встань. Встань! И я прошел мимо напрасно. Мне надо как-то все-таки заговорить с чем чуваком, как-то скооперироваться. Сэм кубарем скатился по лестнице. Но все промолчали. Да все привыкли, наверное, что такой дебил, блин, работает. Обоссанный, блин, у них в компании. Давай, пошли. Раз, два. Раз, два. Я все-таки зря прошел мимо. Вот здесь надо что-то сделать, да? Как мне заставить тебя, чувак, меня воспринимать всерьез? Объясни. Так, он опять, у него синеет там рука, я смотрю. Или она у него всегда такая? У него одна рука как-то краснее, что ли, чем другая. Нет, я вот, я тут хожу, и абсолютно ни к чему это не приводит. Вот. Вот! Надо позвонить! Сэм напряг все извилины мозга, чтобы сформулировать нормальное предложение. Добрый день, мистер Сэмюэль. Чем могу помочь? А, так, I am Sam, я Сэм, он говорит. Прекрасно, Сэм. Что-нибудь еще? Can I have new card? Ни хрена себе. Могу ли я? Ах, черт. Целый слог нам дали. Ну, спасибо, ребят.
Да, блин! Сэм использует весь свой словарный запас. Хорошо, я не совсем вам понимаю, сэр. Еще раз пробуем. Так, получается. Не торопимся. Ага, ой, сейчас. Вот надо было сейчас нажимать, конечно. Да этот черт бы хоть помог немного бы. Встал бы рядом с фурмой. Видели, у него был фейспалм сейчас? А? Р и Д. Какое красноречие, сэм. Разумеется, сэр. Постарайтесь снова ее не потерять. Кстати, я не знаю... Сэм взял карту и... Блин, придурок, возьми! И отправился к себе в кабинет. А, ее надо держать, мать твою. Ее надо держать, блин. Ну хорошо, давай. Че ты яйцами-то трешься об пол, идиот? Лифт занят. У Сэма нет времени ждать. Он хочет как можно скорее приступить к безделью. И вот его новый заклятый враг. Лестница. Нет! Подняться с ключ карты по лестнице. Вот это испытание. Черт возьми. А, ну что ж, давайте. Сейчас, мы справимся. Я верю, что мы справимся. Так, 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 идем, идем, потихоньку. Давай, давай, поднимайся поскорее, поскорее, чувак, поднимайся, поднимайся. Фух! Сэм зашел через третью дверь к себе в кабинет. Да, если только яйца все не обчешут, блин, по дороге. А, мне лазером ногу отрубило, а они мигом приделали новую. Черт, а? Я потерял руку, это было лучше не возжить. Это Ингрид, секретарша Сэма. Поскольку Сэм не занимается никакой настоящей работой, ему никто не звонит. У Ингрид во всех играх на свете есть по персонажу 80 уровня. Даже в этой? Класс, как она его прокачала. Так, about time. Кабинет Сэма. Самое бесполезное место на Земле. Стоп! Сэм ничем не занимается на работе, потому что отец ему не дает. Как говорит Сэмюэль, старший... Сиди, не болтай и никому не мешай. Ну, когда отец тебе не дает, это скорее хорошо, когда девушки не дают. Так что у Сэма есть куча времени, чтобы упражняться в игре на своем любимом автомате. Да, у него и здесь такой есть. Да. Стоп, стоп, 10 тысяч очков. Подождите, выпить кофе, это опасно. У нас может не получиться. Так, во-первых, мы должны дышать, дышать на кофе, да? Дышим. Так, ой-ой-ой-ой, не так сильно дышим, не так. Так. Теперь моргаем. А? Фу, блин, ну сразу же обосрался, а? Ну что ж такое? Я попью кофе в этой игре когда-нибудь или нет? У меня получится это или нет? Я просто не знаю. Я уже второй раз пытаюсь пить кофе. Если мы попьем кофе, мы будем молодцы. Вот все, что я могу сказать. Все, давай. Подул. Молодец. А! Так. Невозможно попасть. Просто невозможно попасть. Опять он себя облил. Вот придурок, а? Это просто нет слов. Ясно? Кофе мы опять не попьем, представляете себе? Вот просто никак. А, не, не то нажимаю. Это я моргаю так... О, боже. Сэм, да ты больной ублюдок, я тебе скажу на самом деле. Флэппи Рустер. Кто-то постучал в дверь его кабинета. Это Ингрид. Мистер Сэмюэль, с вами хочет поговорить мистер Златенбург. Также известный как Сэмюэль Старший. Папаша пришел. Отец Сэм. Похоже, он очень... Зол, поднимитесь к нему в кабинет. На лифте. О, если он зол, я тебе скажу, когда он меня сейчас увидит, он добрее не станет, определенно. Потому что в таком вот состоянии своего сынка он еще, наверное, не видел никогда. Даже когда он, я не знаю, участвовал в каких-нибудь там, я не знаю, наркоманских оргиях или, ну что. Чем богатенькие сынки занимаются, я понять не могу. Так, нам не нужен пропуск для этого, я надеюсь. Living all ready? Да. Нам в лифт, правильно? В лифт вот в этот, я так понимаю. Ага. Все, зашибись. Успокаивающая музыка в лифте вызывает желание работать и не задавать вопросов. И еще, блин, не повреждать микрофон, я его сейчас задел. Все общение с своим стариком в последнее время ограничивалось короткими встречами в его кабинете. А сейчас будет длинная. Вот такая вот разнообразная хрень, да? Была короткая, стала длинная. А! Ой, черт. А! А! Заходим. Сэм и не такое вытворял, чтобы впечатлить своего отца. Я могу себе представить. Сейчас мы пообщаемся. А вот прикольно, если окажется там такой же дебил. Это Сэмюэль Старший, владелец компании Робокорп. Ой, нет, нет! Ему надоело, что Сэм вечно опаздывает на работу. Это пропустить, блин, не хочу пропускать. Сэм подрывает моральный дух компании. Пора ему самому зарабатывать на жизнь. Забудь о своем кабинете. Ты начнешь с самых низов. Сегодня поработаешь монтажником липидиума в хранилище.
Спускайся в подвал и принимайся за работу. Может, мы возродим? Да, скажи ему, что ты плохо себя чувствуешь. Сэмюэль старший сделал вид, что ничего не замечает. Как всегда. Так этот придурок всегда так себя вел, да? Ну ладно. Наш Аболтус раздолбай сейчас пойдет и будет работать монтажником, да? Сэм проявляет себя доступно в режиме на время. Липидиум. Крайне редкий материал с большим содержанием энергии. Это и есть секрет успеха компании Робокорп и ее роботов. Его энергия тщательно отмеряется. Если хоть немного превысить дозу с искусственным интеллектом, случится невероятное. Он потупеет, да? Станет глупым интеллектом. О, черт, мне есть решать. Как Сэм не старался, ему впервые в жизни приходилось работать. По крайней мере, он жив. Работа у Сэма ужасно проста. Ему нужно дернуть рычаг, чтобы подать порцию липидиума. Простая, да? Сейчас проверим. Сколько? 2 или 7 дней без несчастных случаев. Я что-то не могу прочитать. Ладно, неважно. Да блин, пустите меня! Развернись, болван! Иди вперед, пожалуйста. Нет, это не работает, смотрите. Нет, не так. Встань. Теперь. Да как мне использовать вот эту сраную руку вот эту? Ладно, пока ничего не понимаю. Идем назад, я что-то упустил. Вот этот рычаг нужно дернуть. А! Так. Потом он должен поместить нужное количество липидиума в слот робота. Чувак, твой отец отправил тебя сюда в самый неподходящий момент. Похоже, мы скоро вернемся в ад. Погоди, у нас нет времени. Сейчас кик-флип сделаю. Ня. Так, Д. Д. Долбанный скейт. Ну это вроде бы... Слушай, Сэм, ну, тебе хоть платят за это? Я не знаю, просто это не работает. Говно какое-то. Еще не обижайся. Расслабить тело, сгибать колени. Да погодите с коленями со своими. Мне вот тут надо расслабить тело и сгибать колени. Так, идем. Теперь в этого, да, в этого робота. Так, ДД. Нажимаем ДД. Эй, что я не так делаю, йоу? А вот сейчас будет сложнее. Сейчас надо будет дольше пройти. А, блин, А. Так, вдыхаем, выдыхаем. И идем. Д. Так. А, черт. Вставай. Не. Так, давай как поморгаем, подышим и идем. Ну, вроде тут не на время, ничего такого. То есть я могу просто расслабиться, все это нормально сделать. Отлично. Сейчас кик-клип сделал. Ну все, я все сделал. Что еще надо? Я ж не буду всех рук. А, и теперь, наверное, надо нажать вот эту кнопку, да? Да. Сэм догадался, как открыть автоматическую дверь. Ой, молодец, Сэм. Ой. Расслабить тело, сгибать колени. Вот это я тебя послушался буквально, да, я так понимаю? Что у нас тут? Еще какой-то робот. А, Сэм решил попить воды. Потому что... Почему бы и нет? Why not? Почему бы и нет? Че я не так делаю, йоу? Стой. В смысле? А, я же должен еще прогласить всю эту срань. Значит, нажимаю вот на это, да? А ну-ка, подождите. Сейчас. Бля. Ну, жесть какая. А, ладно, вставай. Поиграли и хватит. Так, подожди, а что я должен проделывать теперь? Я, может быть, зря сюда вообще пришел? Попили воды и хватит. Так, посмотрим. А, теперь я же должен в этого робота вставить. В смысле? Ну вот этот срань то есть вставить. Ничего такого, я ничего пошлого не имел в виду. Ой, сейчас еще в того робота вставим, и все будет зашибись. Д, так. Идем. Черт, а как же мне потом одновременно открыть эту хрень? Сейчас проверим. Д. Даже такая простая задача не по силам Сэму. Он уронил ужасно ядовитое вещество. Подождите, а за... Эта дверь, она закрывается, что ли? Ну-ка, сейчас проверим. Нет, она открыта, смотрите. Она закроется со временем, окей. Сейчас проверим, закроется она со временем или нет. Смотрите, А, нажимаем А. Теперь идем. Так, вдохнули, выдохнули, да? Правильно. Берем Д.
Разворачиваемся и погнали. Вот так, в быстром темпе, в темпе вальса. Давай, сейчас пройдем в эту дверь замечательную, и все будет хорошо. Встань ты, балабалан. Сейчас пройдем, вставим в большого робота. Нет! Не-н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 е. Стоп. Отпусти. Да, блин! А как же это сделать? Зрение у Сэма размытое, как лица в криминальных руках. Он решает моргнуть. Он сдох у меня, что ли? Вроде живой. Смотрите, вот она сложность. Это реально сложное задание. Смотрите, давайте отморгаемся, отдышимся в волю. Так. Раз, два, три, четыре. Сейчас очень быстро это все проделаем. Так, берем переключатель. Раз, два, три, четыре. Д. Теперь. Раз, два. Сейчас успеем, успеем, успеем. По-любому успеем, я верю в тебя. Сэм, ну я быстрее уже не могу. Мне только скейтборд тогда у смерти надо брать, наверное. Тогда, может, успею. Есть, зашибись. Получилось. Ты можешь идти-то. Чё ты встал? Молодец. Так, Д. Д. Да блин, ты что издеваешься? Сколько можно, блин? Ну, одного, что ли, ему не хватит? Чё ты там не так делал? Да мне насрать, что ты там делаешь, козёл, блин. Из-за тебя всё. Из-за тебя... Нет, нет, стоп. Давайте подождём. Пусть оно закроется, подождём. Сейчас. Вдох, выдох, поморгали. Вдох, выдох. Оно закрываться будет или нет сегодня? Давай быстрее. Ну, по крайней мере, я вдоволь надышусь и наморгаюсь. Не, ну хорошо, конечно, что оно долго закрывается, потому что мне же потом еще проходить задание с этим говном. Так, да? Поехали. Разгоняйся. Разгинайся, то есть. Так, давайте. Поморгаем. Какой же ты мудак, а? А? Ой, наверное, не пройду, мне кажется. Д. Я взял эту хрень? Да, вроде взял. Ик, тык, 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 тык. Тык, ты да. Нет, ну! Просто я... Моргай, Сэм, моргай! Сэм. Это кошмар! Разворачивайся, мудак! Идем! Идем еще раз это все проделывать, господи, а? А? А, давай, нажимай. Так, теперь смотрите. В принципе, не так плохо начинается. Ну и просто идем прямо и не паримся особо. Вообще даже не отвлекаясь ни на дыхание, ни на моргание, ни на наш... Все? Все? Сейчас я даже, знаете, сразу... Так. Йоу, Сэм, я сто пудов сделаю киклиф через эту коробку. Сказал смерть, который за все время ни разу так и не сделал киклиф. Кикфлип. Вот придурок. Конечно же сейчас раз... И потом папаша скажет, что это я дурак, что это я виноват. Не, ну я тоже расплескал. Смерть умудрился пролить липидиум на всех роботов в подвале. И что сейчас будет? Они сейчас поумнеют и отдерут нас в сраку. Я правильно понимаю? Ну ты болван, косляк! О, не-не-не-не-не-не-не! Нет, стойте! Сэм, что нам делать, йоу? Все роботы в подвале стали разумными и скрылись. Сэм должен уйти с работы прямо сейчас. На сей раз, по уважительной причине. Ты что, не видишь, тупица? Я напрямую замешан в оживлении этих штуковин. Если они убьют кого-то, я буду по уши в гуана. Электронная дверь заблокирована. Сэм, похоже, смирился со своей участью. Давай воды попьем, не знаю. Не, ты не можешь умереть сейчас, чувак. Сэм решил сделать перед смертью последний глоток. Моргай, Сэм, моргай. Да моргай же ты. Так, то есть я так понимаю, что мне реально, мне надо пить или я просто дурачу сейчас? Так. Попил. Ну, хорошо. Смерть, мы что-нибудь будем делать, нет? Давай выручай, болван. Ты всю эту кашу заварил. Чё стоишь? А знаете, что, наверное, надо? Я все понял. Сейчас покажу. Сейчас покажу свою великую тактику. Берем, а потом...
О, блин, не получилось, не получилось. Смерть там фейспалмнул немножко. Еще раз давай, а. Так. Теперь а. Так, готовимся. И, блин, и вот. Да ты можешь идти вперед. В, В. Похоже, у Сэма есть план. Ой, и не то. Ну, вы поняли, я хочу выплеснуть воды вот на это дерьмо, только я не ту кнопку нажал, я нажал то, что мне пишет, он пишет W, я и нажимаю, блин, W, а мне надо было нажать не W, а выдох. А, еще раз, а, так, есть, получилось, и теперь идем себе спокойненько, ну, не так, конечно, да иди ты уже прямо, блин, а... Невероятно! Сэм закоротил дверь. Вы смотрите, какой умный, а? Теперь он будет дышать вручную еще день. Черт побери. Ты прав, прекрасный сын лемура. Моргай, Сэм, моргай! Так, 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 так. Моргаем, моргаем. Не вдыхаем. Не вдых... Моргаем и не вдыхаем, это тоже важно. А, это мне не нужно, кстати. Моргаем, моргаем. Д, Д, что за Д? А, черт с ним, с этим Д. Уходим. Да, вот о чем я тебе толкую, чувак. О чем ты мне толкуешь, болван? Мы в полном гуана, друзья. Кто-то ввел в роботов слишком много липидиума. И все они теперь стали разумными. Они направляются прямо к приюту грибок. Население 300 милых сироток. Все роботы, ставшие разумными, были выпущены за последние 10 лет. Это значит, что у них богатый арсенал функций. Но они хрупкие, как черт. Чтобы с ними справиться, нам придется использовать старый, надежный бот на ручном управлении. Черт побери, Джонсон! Никто из нас ничего вручную уже много лет не делал! Ну, я еще иногда делаю кое-что вручную, да, хэнджобы старуха делает вручную, блин. А че она так долго говорит эту фразу? А, ну старая, долго, наверное, и говорит. Да. Она умерла? Возможно, я, блин, что... до свидания. Я же говорил, ей пару часов осталось. А, это та самая. У нас вообще есть добровольцы? М-м-м. Мавроди добровольец, да? МММ? Не то, чтобы я не верил в тебя, сын. Но я никогда не видел, чтобы ты что-то делал сам. Так что, мне просто интересно посмотреть, чем это кончится. Спокуха, брат. Ты не один, даже руку сам поднять не смог. Эх, Сэм, Сэм. По жизни ты полный сосэм. Ну что ж. Сэм работает доступно в режиме на время. Йоу-йоу-йоу, надо взорвать этих роботов, пока они никого не поранили, бич. Смерть указывает путь, Сэма мучает вопрос, за что? Ну что я могу сказать, за что, разберемся уже в следующий раз, пока на этом все. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом, там внушительное количество плейлистов, есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Перед вами плейлист на Manual Samuel, открывайте, смотрите внизу под роликом, кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте, рассказывайте друзьям, и всем счастливо, всем удачи, всем пока.